For the last few months, all catalyst in the outer fields has been transported to the quarry for refinement. The refined catalyst then went to the proving grounds to supply the testing of the prototype. After yesterday's attack at the proving grounds, the crew at the quarry began the process of rerouting supplies to the Summa via the terminal. That is, until something attacked their subsurface operations, bringing everything crashing to a halt on the surface. The remaining crew raced off to assist their home settlements. They reported seeing a lander arrive as they left. That catalyst still needs to get to the Summa. We can't afford to let the enemy take it either. Всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить Грей Гу. Сегодня мы отправляемся в карьер. Давайте начнем. В условиях, когда бета атакуют со всех сторон, им нужно активировать сумму и покинуть планету, пока не поздно. Однако из-за потери поставок катализатора на перерабатывающем предприятии, все основные запасы катализатора отрезаны либо уничтожены. Сарук должен захватить шахту К-78 и получить максимально возможное количество катализатора. Хорошо, давайте начнем. Аран Сарук, the miners reported that the automated depot hubs are still operational in the quarry. The depots will automatically package catalyst into crates as long as you build your refinery there. Once they have 3 crates, we can call down sky cranes to carry them out. We'll need to protect those depot hubs. Our primary mission will be to get those catalyst cranes. From all reports, the enemy is entrenched in the area. Our secondary objective should be to destroy their base, if we can, but once the crates are collected, we're pulling out. We now have enough sky cranes in your area to support aircraft production. That should make your job easier. Unfortunately, we're also getting reports of heavy seismic activity in the area. Be careful, Сарук. Итак, у нас в этом здании есть такой выбор. Мы либо уничтожаем вражескую базу, и на этом миссия заканчивается, либо мы добываем 45 ящиков с катализатором и тоже отсюда сваливаем. Ну, вот такой вот довольно простой выбор. Здесь, в этом здании, самое жесткое это его начало. Потому что уже буквально, не знаю, секунду на секунду наш оппонент начнет атаковать наши концентраторы. Поэтому сразу же строим завод и начнем производить юнитов для защиты наших концентраторов. Так, что там? Вол, анда, так я слышал. Нет там никакой. Никто не атакует пока наши стены, но это ненадолго. Ай, да ладно, в тумане войны находится этот катализатор. Так, вот, собственно, на нашу стенку уже нападают. Что там с нашим юнитом? Наш юнит не делается. Ресурсов не хватает. Плохо. Приостановить, что ли, тебя пока? Давайте приостановим пока. Строительство комбината. Нам срочно нужен юнит. Нам срочно нужно отбить вот эту атаку. Здесь сидит хищник, но он слабее, чем Глади. Он не сможет его уничтожить. К сожалению. Ну и он не достает со стены по этому гладью. Так что такие вот у нас проблемки. Так, отлично, хищники пошли. Ой, хищники, говорю, сталкеры. 110 хп, сколько у тебя урон? 9 единиц. Так тоже много, да? Я хочу высадить нашего чувачка в самый такой крайний момент, чтобы он, скажем так, мне кажется, пора. Так, вроде бы справились. И стена осталась цела, и хищника мы спасли. Хорошо.
Строительство продолжено. Ну, таких концентраторов у нас на самом деле 3 на карте. И всех их время от времени будут атаковать. Это чертовски неудобно. Так, где-то там наверху уже нападают, да? Так, ну здесь мы, похоже, максимум 10 можем добыть. Beginning construction. Extractor complete. Ставим на каждый концентратор по комбинату и начинаем, собственно, добывать ресурс, начинаем добывать, собирать ящики с катализатором. Также нам неплохо было бы обустроить свою базу. В этом здании нам впервые дадут поиграться с авиацией. Не знаю, дойдем ли мы до нее, но очень-очень хотелось бы. Да-да-да, я заметил то, что здесь 3 концентратора стоит. С каждого можно добывать ресурс. Это просто хорошо. Только не надо мне напоминать об этом каждые 2 минуты. И даже чаще напоминает об этом. Откуда он ведет свои войска, вообще, мне интересно, вот чтобы я знал. Not today. Не, приятель, ты ошибаешься. Сейсмический удар, а через 5 секунд. Плохо дело. Ой. Блин, это было совсем, конечно, не вовремя, так я из-за этого потерял среднюю станцию. Да ладно. Вот здесь находится вражеская база. Ее, в принципе, реально уничтожить, но для этого нам понадобится огромнейшая армия. Просто гигантская, там очень много турелек, как противовоздушных, так и противотанковых. И... ну блин, она реально очень круто защищена. Просто так ее не взять. Так, мне средняя станция очень срочно нужна. Мне нужны хищники, поэтому я ее, собственно, и строю. Сейчас сделаем танковую пристройку. После того, как поставим пристройку, мы сможем делать большой завод, и на большом заводе мы уже будем делать хищников. А с помощью хищников мы будем защищать вот эти вот концентраторы. Ой, как-то тут все очень плохо, да? Давайте все починим. Этой базе также нужен ремонт. А что у нас тут? Сюда тоже надо, на самом деле, поставить комбинат и начинать добывать катализатор вот с этого месторождения. Но он в тумане войны, его не видно, его придется разведать. База у нас тут тоже вся такая теперь коцанная после этого землетрясения. Когда следующее? Ой, скоро, кстати. Через 3 минуты следующее землетрясение. Хорошо, сколько может там добыли? 3 ящика? Да ладно. Серьезно? Судя по всему, это надолго.
Ладно, в этом здании нам впервые дают поиграться с авиацией. Потом сейчас я построю сюда ангар. Использование ангара. Ангар выполняет функцию авиационного завода и используется для производства и перевооружения самолетов. Для постройки Сокола и Нимба нужно построить одну открытую посадочную площадку. На каждый ангар приходится 4 площадки. Ну, понятно, почти точно так же, как, собственно, в Tiberium Wars, то есть на одном авиазаводе ровно 4 самолета. Так, вот, отлично, можем делать хищников. Они нам пригодятся. Прикольно это, конечно, строит. Так, можем строить Стратус. Разведывательный самолет может прикреплять датчики временного слежения на цели. Разведчик нам тут не особо понадобится. Сокол, противовоздушная единица. Интересно, ихних разведчиков сбивать бы пригодилось. И Нимб, самолет-бомбардировщик. Вот бомбардировщик, я думаю, мне нужен больше всего. Чтобы уничтожать их наземных юнитов. Так, артиллерийская пристройка и авиационная пристройка. Отлично. Пока все идет неплохо, но ихнюю базу уничтожать мы не можем. Единственный минус. Лимит строительства самолетов. До 4 соколов или нимбов могут проходить перевооружение на платформе ангара. Построить больше ангаров, если вам нужно построить больше соколов или нимбов. Окей. Отлично, можем строить бомбардировщики. Сделаем 4 штуки. Атаковать ими ихнюю базу, правда, смысла нет, потому что там довольно серьезное ПВО стоит. А вот защищать наши концентраторы с их помощью будет неплохо. Так, скоро очередное землетрясение. Плохо дело. Да, я заметил, опять трясет, причем так не слабо. Так, что у нас тут? Ох ты, смотрите, какие в кустах сидят. Так, хорошо. Что у нас в авиации? Первый бомбардировщик есть. Там целых 2 пилота, кстати, на каждом бомбардировщике. Ну да ладно. Так, ребят, зачем я сюда послал? А, чтобы разведать эту область, да. Как говорится, ресурсов много не бывает. Никогда. Кстати говоря, можно строить на самом деле вот эти комбинаты и без экстракторов. Они будут ходить, то есть харвестеры будут ходить к ближайшему экстрактору и забирать ресурсы оттуда. Ой, что это у нас тут? Кто-то так активно прям заливает. Кинжал это. До свидания, мистер Кинжал.
Что это тут за сигнальный огонь такой был? Ладно. Меня бы, честно, начинают бесить их разведчики. Поэтому я, наверное, построю еще один ангар. И в нем сделаю... Не помню, как называют этих самолетов. Стратусов, да. Хотя нет, стратус. Соколов. Построю соколов и, собственно, собью их разведчиков. Опять. О, господи. Сейчас опять будет трясти. Сейчас опять будет землетрясение. Как обычно, не вовремя. Опять трясет, да. Смотрите-ка, таймер становится меньше и меньше. Видимо. Потом в конце будет трясти буквально каждую минуту. Так, хорошо, знаете что? Здесь было какое-то интересное улучшение. Вот, автоматический ремонт. Ангар теперь с течением времени будет ремонтировать все пристыкованные самолеты. Нет, не то. Харвестеры получают дополнительную броню. Вот, маленькие станции получают броню и теперь смогут постепенно самостоятельно ремонтироваться, а также каждую секунду ремонтировать прикрепленные к ним конструкции. Маленькие. Блин, ну не очень, на самом деле. Если было бы все станции написано, да, и все станции чинили бы, то было бы гораздо лучше. Так, работа для бомбардировщиков, по-моему. Почему только их у меня три, когда я заказывал 4? Да ладно. Построим сюда экстрактор. Боезапас самолета. Ой, какая тут армия к нам идет. Разбомбить их. Собираются атаковать вражескую базу. Я не очень хочу атаковать вражескую базу. И сейчас я это покажу, как появится такая возможность. Так, я всех юнитов тут потерял, да? Замечательно. Что нам там за подсказки дают? Посаженный самолет, боезапас самолета. Смею предположить то, что... Когда самолет... Ой-ой, нас тут атакуют. Активника причем. Когда самолет сидит, он это... Восполняет боезапас. Ну и боезапас, естественно, его не вечный. Так, ребят, работа для вас тут наверху. Какие, кстати, эти самолеты медленные, это ж просто жесть. Ой-ой, а он их не база, мы буквально рядом пролетели, и уже видно то, что прям с краю стоит три противовоздушных турельки. И фактически разбомбить их, эту базу с помощью бомбардировщиков не представляется никакой возможности. Так, ну я надеюсь, его сломают. Да, отлично, его сломали. Да ладно, а чё вы стоите-то, ребят? Наш экстрактор атакует. Predators go.
Сколько у нас там ящиков? Нам еще 10 ящиков надо быть. Не так-то уж много. Я хочу показать вам базу, которая здесь находится, потому что она очень большая, она чертовски хорошо защищена и... Так, вот уже турельки видны. Пожертвуем двумя хищниками. Так, нет, двумя. Ну, окей, ладно, до сюда дошли, и ладно. База там просто огромная. Просто невероятно огромная. И что-то с ней сделать представляется не такой уж простой, задачей. Так, мы на самом деле почти закончили данное здание. Базу уничтожать вражескую мы не будем, но мы не успеваем ее уничтожить. Да и если ее брать, то только с огромными потерями. Нам осталось доставить буквально последний ящик, который, я думаю, очень скоро улетит уже в небо, точнее на Сумму. А я попробую все-таки еще раз разведать его базу. Как-нибудь так получше. Я потеряю, конечно, юнитов, но так. На это не плевать. Там еще у него юниты есть очень много. Успешная операция. Базу, к сожалению, не успел показать, но... Ну да ладно, поверьте на слово. Aline, inform Barker that whatever we're fighting, it's not the Silent Ones. Sarok, how can you be so sure? Sir, I've taken a prisoner. It's unlike anything we've encountered before. Bring it to Central. The Council can decide what it is. There's no time! While our forces are evacuating the population, this enemy is draining the catalyst field. Sir, we have received reports of attacks on the main terminal. We need to change our tactics. It's a catalyst they want. I have to confer with your Adams. Stand by for orders. Whatever you are, you will not destroy our future. И да, тут такой неожиданный поворот в сюжете. Оказывается, то, что воевали они далеко не с тем, а древним врагом, который их, видимо, откуда-то в свое время прогнал, а воюют они с человечеством, которые, судя по всему, на эту планету прибыли за катализатором, ну, за этим самым ценным ресурсом, который мы добываем. Ну ладно, давайте посмотрим, что мы потеряли, сколько мы врагов уничтожили. Сила союзников. У меня был 41 юнит, у нашего оппонента было 120 юнитов. Он нас, в принципе, мог раздавить. А здание союзник... У меня 78 было зданий, у него 42. Я убил 83 врага, потерял 31 юнита. Вражеских зданий я одного не разрушил, он же мне сломал какие-то два здания. Ну и по ресурсам, конечно же, мы далеко впереди. Ладно, знаете, я думаю, на этом мы закончим. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. С вами был Кейн. Всем удачи и пока.